держимся и не проиграли эту войну еще благодаря волонтерам. Если бы не они, я вообще даже представить не могу, что бы было. Вот. Потому что все держится на них. Когда мы туда прибыли, тогда морозы были очень большие. 20-22 градуса минус. Вот. Вода была в пластмассовых бутылках. Да она в любой таре, где бы она ни была, она замерзла. Просто с пластмассовой бутылки было удобно обрезать и разбить в котелок лед. Мы обложили кирпичиками. Тут сухой спирт посередине насыпали. Таблетки поджигали, ставили котелок, растапливали и пили. Из сухпайка мне нравилась эта перловка, так как она не замерзала. Ну, можно было расковырять и покушать. В то время как гречка или рис, он замерзал, консерва замерзала, и надо было долбать. Вот, или растапливать. Ну, спасло то, что кому как, кто покупал, кому родные прислали или привезли теплую одежду. И вот, в частности, мне ватные штаны еще советских времен. Они меня спасли, то, что у них тепло было. Носки покупали, потому что там... Когда мы были там, ноги потели. Вот, даже ночью в сапогах, когда сапоги надевали, чулки, ноги потеют, надо постоянно менять носки, чтобы сухо было. Если не поменять, то ноги замерзали. Вот, а... И так не хотелось погибать, а тут еще от того, что обморозить ноги, ну это не входило вообще ни у кого в планы такое. Где-то 15 пар с собой брал, потому что мы не знали, насколько мы туда едем. Самое необходимое – это носки, трусы, сигареты, сколько мог, с собой взял. Пару консерв тушенки, вот, флягу с водой и, соответственно, боеприпасы. Ну, как оказалось, что боеприпасы не надо было брать. Там в аэропорту, когда при ротации, кого мы меняем, они оставляли нам боеприпасы. Плюс мы еще подвозили свои. Лучше бы замесь боеприпасов что-то взял бы еще из нужных вещей. Влажные салфетки. Там это самая первая необходимость. Это гигиена. Антибактериальные влажные салфетки. Вот. Протереться. Вот. И плюс они антибактериальные. Там ту же царапинку или что-то протереть, чтобы не заносить ни инфекцию, ничего. Сигареты, ну, по возможности, у нас же зарплаты маленькие, мы там кто сколько мог брал, а так вообще другу прислали родители табак, кулек табака, вот, сигареты когда закончились, так мы табак курили. Единственная проблема была с газетой, вот. Ходили по аэропорту, бумагу искали. Ну, в основном они спали. Медик Костик оказывал первую помощь. Он же колол обезболивающее, перевязывал и ставил капельницы. Заворачивал фольгу, чтобы не замерзли. Специальное, чтобы человеку тепло было. Ну и ждали, пока прибудет техника, чтобы их забрать, раненых. Это на первом этаже было, в штабе.
Вот. Там штаб и плюс медицина была. Одно. Особенно ночью мы соблюдали режим тишины, чтобы выявлять противника. Шорохи, хрусты. Вот. Чего нам не хватало, так это по ночам тепловизоров и ночников. Конечно, они об этом знали, противник, и минировали нас. Чем это все и закончилось, они подорвали аэропорт. Если бы нас снабдили элементарными вещами, которые необходимы были тогда нам, вот, возможно бы этого и не случилось бы. Мы до сих пор бы держали бы аэропорт.